Итак, всем привет! И сегодня речь пойдет о новом смартфоне Dugi Shot 2. Компания Dugi отличилась, в отличие от Верни, в лучшую сторону. Они не стали тащить на выставку Mobile World Congress 2017 непонятно что, а показали всего лишь один новый смартфон – Dugi Shot 2. Не успела выйти предыдущая модель, а уже есть вторая версия этого телефона, поскольку первая вышла, по-моему, если не ошибаюсь, один месяц тому назад, или два. И вот уже мы видим вторую версию этого аппарата. На самом деле это не совсем продолжение. Скорее, это удешевленная версия первого смартфона. В Dugi Shot 2 установлена двойная 5-мегапиксельная камера с одним цветным сенсором и вторым монохромным. Это позволяет повысить качество фотографий благодаря более широкому динамическому диапазону. А также дает возможность использовать двукратный оптический зум. Фронтальная камера также имеет разрешение 5 мегапикселей. А за счет угла обзора в 87 градусов в кадр помещается больше информации. Характеристики Dugi вот такие. Процессор MT6580A, это, по-моему, версия энергосберегающего процессора, которому уже бог знает сколько лет. С тактовой частотой 1,5 ГГц, оперативная память 1 или 2 ГБ, встроенного флеш-хранилища 8 или 16 ГБ. Размер дисплея 5 дюймов, IPS с HD-разрешением. Так, две задние камеры по 5 мегапикселей. Заявленный зум двукратный оптический. Передний фотосенсор у нас 5 мегапикселей. И самое главное в телефоне — это аккумулятор, который имеет емкость 3360 мАч. Ось Android 7.0, порты microUSB у нас, аудиовыход 3,5 мм, сканер отпечатка пальцев, 3 цветовых решения у нас по телефону. Это серебристый цвет, золотистый и черный. Вот такие вот у нас, ребятки, новости по этому аппарату. Понравилось видео? Ставь палец вверх и подписывайся на канал.